Приветствую, уважаемый интернет. Гуляя по Ютубу, я так и не нашел хорошего гайда, как играть в ВОСУ. Из-за этого я вам сегодня расскажу, как это делать. Поехали! Как вы понимаете, я очень скиллованный игрок в ОСУ. У меня очень много ПП, как вы видите. На самом деле у меня вот столько ПП, это не фотошоп. Сегодня я вас буду учить играть в эту игру. Итак, первое, что вам понадобится, это поставить прямой ввод мышки, настроить вашу синсу и поставить полноэкранный режим, чтобы было меньше задержки. Можете еще найти скин, который вам будет по душе, но это не обязательно. Как вы уже понимаете, я очень хорошо играю в эту игру. Как вы видите, у меня все хорошо получается. Вот. Итак, второе, что тебе понадобится, это понять, как вообще работает эта игра и что здесь нужно делать. Как ты видишь, у тебя появляется кружочек с циферкой, вокруг него еще одно поле. Когда это поле подходит к кружочку, нужно нажать на кнопку Z или X. Это стандартная раскладка, если что. На мышке вообще не советую играть, так как это неудобно в дальнейшем. Далее у тебя появятся слайдеры. Слайдеры нужно навестись кружочком на начало кружка, также нажать, но зажать кнопку Z. И вестись по кружочку, который отображается внутри слайдера. Но я думаю, ты разберешься с этим, у тебя получится все. Ну и спиннер, который тебе придется просто крутить, и все. Зажать кнопку и крутить, больше от тебя ничего не потребуется. Следующее, что тебе понадобится, это мотивация. Не заходи в игру, чтобы просто поиграть. Заходи с какой-то мотивацией, допустим, стать лучше или научиться тому или другому аспекту игры. Далее, с опытом игры, ты сам поймешь, что куда наводить, как куда нажимать, и у тебя появится такая возможность, как читать карты, а также машинально вести твой кружочек к другому кружочку. Ну ты, короче, понял, вот. Это ты сейчас вводишь кружочком, да, ну, задумываешься, куда его навести, а потом будешь это делать машинально абсолютно на уровне головного головного пробития. Пришло время поговорить о девайсах. Девайсы, которые тебе понадобятся, это клавиатура, мышка, либо клавиатура и графический планшет. Насчет сенсорного экрана я не знаю, я не играл, и опыта никакого, по сути, нету. Но мышка и клавиатура, а также планшет или клавиатура, это два самых распространенных типов игроков. Из клавиатур можно взять механику либо синие свечи, либо красные. Они самые оптимальные для игры. Из мышек это какие-то хорошие с сенсором, который не срывает. Из планшетов это Wacom либо XP Pen. Остальные это все залупа. Я лично играю на китайской клавиатуре Oclick с типа синими свечами. И планшет Wacom One S, по-моему, называется. Ну вот и вся. Теперь ты можешь покорять новые вершины ВОСУ. Ну а мне мама сказала делать домашнее задание. Поэтому давай пока все. Уходи отсюда. Да сейчас я сделаю домашку, блядь.